Как ничего, дядь Вов? Чуть тебя весь день не было. А? Полковник. Чего не заходил в гости? Заходил к тебе. Заходил к тебе. Тебя дома не было. Позвал и пошел. Да я весь день в разъездах. Так же нельзя, Саня. Вечером-то дома был. Вечером я тебя не видел. Ты, наверное, днем заходил. На базаре был? Ну да. Чего там нового? Хлеба взял, кофе попил. Кефиру попил с сахаром. Ты спал, что ли? Что-то сонный какой-то. Пришел домой, принес харчи, И спать лег. выложил на стол, Ага. заходит один алкоголик. Во-во. Заходит один Что-то алкоголик новое надо. и тоже начал учить. Выпить просил. Кто? Как его зовут? Не Юрок? Юрок тебя посещает, я знаю. Юрка, да? И что сказал? Женятся люди, его выгнали. Правильно сделали. Слышь, Правильно сделали. женятся люди, Нечего выгнали. там алкашам делать, Владимир Иванович. Ты не выпивай, когда они приносят. Пусть они сами пьют там. И женятся люди, ученые. Ну да. Бросают дом. Все ученые, Владимир Иванович. Держи пятихаточку на молоко. Пока так. И я сейчас опять еду на вызов. Пойти с тобой я не могу. Сам уже разберешься, что к чему. Ты понял, полковник? Вот так вот только можем помочь. На ночь глядя. А что брать-то будешь? Молока. Сахаром поем. Ты не выпивал с этим, с Нет. алкоголиком? Не? И Сережа сказал, не мешай арбузами торговать. Он уже обещал арбуз дать мне, блядь. Ты у него там Подошел. был, да? А был у него, потом тебя встретил. Завтра возьмем у него арбуз. Завтра, Владимир Иванович. Завтра лупанем как надо. Они же ученые, блядь, все, Все блядь. ученые, Владимир А? Иванович. Ну, не говори. Все ученые. А сколько времени сейчас? Да я тебе даже не подскажу. 9 час, наверное. Где-то так. Че, сандали не жмут, ничего? Удобнее? Мозоль заебал. Когда он у тебя пройдет уже, эта мозоль? Вот такой корень и ловит, блядь. Это не корень, это набил. Туфлями новыми. Корня там нет никакого. На пальце не может быть никакого корня. Сбоку. Не бывает так. А что делать? До молока попить и спать ложиться. А зачем? Хули ж делать еще? Светку не видел сегодня? Ты, видать, спать хочешь, Владимир Иванович. Иди, бери молока и спать ложись. Я тоже сейчас вызовок сделаю и домой приеду. Массу надо давить.
Утро вечера мудренее. Завтра свидимся. Я уже дома жить не хочу. Давай в лес уедем. Землянку выкопаем и в лес. Короче, отдаешь деньги, блин, получается хуй. Забирают деньги. Хорошо было, если бы за так все давали в магазин. Витя и Лора. И Лора. А ты к ним не ходи, Владимир Иванович. Да ходил. Ходи по сетевым магазинам. Не. И этот, блин, слышь, и этот тоже учит. Сурик. Бывает. Все мы тут, Владимир Иванович, друг друга учим.